Поздравляем со старым Новым годом. Итак, братам симпатичных, красивых, молодых хозяев магазина «Мясной пир» Настю, Диму, а также продавщицу Оксану с наступившим старым Новым годом. Желаю счастья, крепкого здоровья и удачи в работе и в личной долгой жизни. Поздравляю с наступившим старым Новым годом и посвящу и также поздравление также адресуется рубщику тоже магазина «Мясной пир». Не знаю, как его зовут тоже. Рубщицам тоже поздравление это тоже относится. Я не знаю, как их зовут. И всем сотрудникам магазина «Мясной пир» это поздравление относится. Посвящаю эту песню. Вкусные продукты, вкусные продукты, там бывали там. Я в мясном эфире молоко я покупал. Там и творог обезжиренный, вкуснее жирного всегда. Я там его уже покупал давно, ура, ура. И там я давно утиную печень, полгода назад покупал. Ну, правда, жирная, но вкусная печень была. И там пельмени с капустой давно я покупал. И очень вкусные мне они были, ура, ура, ура. Очень вкусное молоко и молочные продукты тоже, ура, ура, ура. Поздравляем, господа!